Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я продолжаю вас знакомить с новинками в App Store. И на очереди у нас игра Into Mirror, что в переводе означает «в зеркале». Давайте же посмотрим, что это за игруха. Итак, старт, конечно же. Действие происходит в 2076 году. Офигеть, короче, как это далеко. Вот таким вот мы белобрысым чуваком в очках бегаем. Можно вот так вот прыгать. И если даже мы упадем, нам ничего не будет. Видите, он живой. Графон очень приятный. Вот такие вот чуваки, которых мы можем фигачить. Вот так вот собирать какие-то зелененькие алмазики. Ух ты, йо! Ух ты, йо! Fucking shit! Получай! Так. Статус. Мне, я думаю, нужна аптечка какая-нибудь. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. 125 кредитов. Нет, я пока тратить не хочу. Мне определенно что-то нужно. Вау. 2500 кредитов. Это мы улучшим, так скажем, свой ствол. Так, давайте будем пока передвигаться дальше. Конечно, бы хотелось аптечку уже какую-нибудь. Жизни-то у меня маловато. Вот, получай. Какие-то зомбаки непонятные. То ли это какая-то мафия непонятная. Вот такие еще роботы здесь бегают. Так. Опа. Так. Во, я вижу, где аптечка была. Вот такие летающие. Level up. Вот, мы можем немножко поднять, то есть атаку, здоровье или критический шанс урона, так полагаю. Давайте на этот раз прокачаем здоровье. Вот так вот. Музыка здесь какая-то идет, но на заднем, честно говоря, фоне. Вау, смотрите, мы в какую-то фигню попали. Ага, что-то еще получили. Давно, кстати, не рубился в такие 2D игры. Блин, у меня патронов нету. Как так? Придется все фигачить чисто ножиком. Так, завалили мы чувака. Разбежался, серьезно что ли? Музон такой ненавязчивый совсем. Играет довольно-таки тихо. Давай, вали. Фу. И мы снова прокачали свой уровень. Так. Давайте-ка сюда, сюда. Так, но сначала хочется открыть вот этот вот ящичек крутой. ХП немножко, взяли какие-то шприцы интересные. Мне вот интересно, что теперь мне делать с патронами, где их достать. Мы можем вот так вот подпрыгивать значительно выше. Так. Ничего, ничего, пока все собираем. О, черт! Ах ты, тварюга, ты же меня сейчас завалишь! Так, жизни, жизни. Здесь также есть лифт. Ага, чтобы пройти дальше, мне нужна, скорее всего, красная карточка. Понятно, будем искать. Получай, зомбак ты! Откуда вы вообще взялись? Роботы какие-то еще летающие. О, аптечка, аптечка нам нужна. О, черт. Вот так вот заходишь в комнату и совсем не знаешь, что тебя там ждет. Кстати, давайте посмотрим. Подпрыгнем. Может, что-то есть тут? Нет, ничего нету, к сожалению. И на крышу почему-то запрыгнуть нельзя. Все, мы продолжаем двигаться дальше. Воу-воу-воу. Снова левел ап. Отлично. Давайте прокачаем на этот раз критический шанс урона или чего-то. Воу-воу-воу-воу. А как это я так упал-то? Надо заново подниматься вверх. Эй, слышь ты. Самурай, блин. Вот так мы ему наваляли и двигаемся дальше. Что это? Итак, я так полагаю, мы уровень прошли.
Вау. Ну, вот эти эффекты прикольные. Так, мы находимся на каком-то поезде. Alan, can you hear me? Чувак, типа, ты меня слышишь? А, ну да, я тебя слышу. Сигнал чего-то был слишком коротким. И сигнал Jimmy's Inside Chemical Factory Blocking. Короче, сигнал какого-то чувака блокируется коммуникациями. Кой дестория ит. Типа, короче, уничтожь его. И connection error. Что-то она, видимо, хотела очень важное сказать, но, к сожалению... Ух ты, ё! Вот это типы, блин. Ух ты, дай-ка я от тебя отбегу. Блин, что у нас с патронами? Мне нужны патроны. Так. Чё ж сделать с патронами-то нам? Так, давайте перейдем-ка сюда. Стор. Так, статус. Что у нас с пистолетом? Амму, 10. А, все понятно. Сейчас у нас 0. А где мне их достать? А? Получай. Непонятно, кто это вообще такие. То ли зомби, то ли кто. Так. Бежим дальше. Здесь тоже патрон нету. Слышь, иди сюда, я тебе сейчас надеру задницу. Вокруг какой-то неизведанный мир для нас. Вот это какие-то крутые более зомби. Слушай, ты что-то долго совсем умираешь. Ух ты, это еще и мина была? Так, давайте вернемся обратно, посмотрим. Ух ты, ё, ты с мечом! Так, есть. Вау, еще немного аптечки. И снова уровень повысили мы. Давайте пока будем качать атаку. Я думаю, это более важная тема. Вон 40, даже критическая. 40, отлично. Ага, роботы снова. Так, все, я думаю, дальше нам не стоит идти. Ну, графон такой приятный, нарисованный, чем-то аниме отдает каким-то. Напишите в комментариях, может вы знаете, что это за мир такой здесь непонятный. Так, во, прокачать атаку — это очень хорошая была мысль. Так, давай я сначала все соберу, а потом буду выполнять твои действия. Ага, то есть... Свайпом вниз мы можем спуститься на этаж ниже. Прикольно. О, здесь еще. Класс. О. Ну-ка. Я слышу, я хочу вниз обратно. Прикольно. Движемся дальше. О, мы патроны взяли. Отлично. Я так полагаю... Ух ты, тварь! Задел меня, уродец. Обалдеть, а ты че, умирать не собираешься, что ли? Да, жизни у него, походу, значительно больше. Так, ну ничего, мы его завалили все равно. Так, бежим дальше. Ух ты! Чуть не упал туда. Ох, он гранат кидает. Чувак, а можно я без вас как-нибудь обойдусь? Давай, робот, лети ко мне. Вот непонятно, что они вообще делают, но я не хочу, честно говоря, узнавать. Ох ты, fucking shit. Обалдели, что ли? Так. Все, вроде мы уровень закончили, это радует. То есть free credits. 100 штук мы можем получить, опять же, посмотрев какое-либо видео. Итак, следующий уровень. Мы куда-то прилетели. Это у нас завод или фабрика? Давай, давай.
Давай дотягивайся, ты чё? О, молодец. Ух ты, ё! Опасно, опасно. Опасно. Завалили. Ну, ладно, хоть мы уровень только заново начинаем, а не с самого прям начала. Так. Есть. Сволочь, сдохни, сдохни, тварь. Офигеть, он меня валит только, ну. Обалдеть. Так, ладно. Давайте попробуем что-нибудь прокачать. Store. Итак, значит, может меч? Прокачаем. 250 кредитов. Атака будет 12 у нас. И скорость, ну, незначительно больше, конечно. А можно же улучшить как-то. Так, далее пистолет. Simple Googles. То есть можно еще и покруче очечки взять. Боди, мать его. 300, да? Здесь что у нас? Браслет. Критический шанс чего-то. Так. Давайте вот прокачаем, наверное, жакет, я думаю. Вот возьмем такой вот. Unlocked. Класс. Ну все. Ну, мы, к сожалению, такими же чуваками остались. Давай уже собирай как-нибудь. Подпрыгивай выше. Во-во-во-во-во-во. Вот так мы его завалили. Фух, слава богу. О, черт. Уровень поднят. Фух, слава богу, что уровень поднялся. Так, давайте определенный ХП прокачаем. О, черт. Что это пролетело, блин? Жесть какая-то прям. Получайте, зомбаки гребаные. Вот так вот. О, черт! Сдохни, тварь. Так, жизни. Сколько там? Ну-ка, если сделать так. Ух ты, ё, собачка! Фух. Я уж испугался. Давай, вали, вали, вали. Отлично. Пока непонятно, куда нам идти. Давайте-ка мы запрыгнем сюда. Глянем, что у нас здесь есть. Кому, кстати, нравятся подобные игры, ставьте большой палец вверх. Для меня игра, конечно, не совсем обычная. И я, честно говоря, уже соскучился по 2D играм. Так. Главное, на эти мины нам не попадаться. А, и я в начало пришел. Прикольно, то есть я мог обойти и так, и по-другому. Забавно. Едем дальше. Или бежим дальше. Это, видимо, летающие машины пролетают. Вот так. Слышь, ты робот летающий, блин. Вы задолбали тут летать? Собаки еще всякие. Ух ты, ё! Слышь, полегче. Кредиты, кредиты, кредиты нам нужны. Так, идем дальше. Так, вот мы и карточку новую взяли. А карточка, я так полагаю. Все-таки он один раз да попадает в нас. Ух, fucking shit. Завалили нас. Я надеюсь, мы не с самого начала начинаем. Фак, с самого начала. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забываем оставлять комментарии. Всем пока!